Привет, дорогие друзья! Добра и мира и позитива! Здоровечка! С наступившим вас Новым годом, Рождеством и Старым Новым годом, ребят! Сейчас я вам покажу, как редактировать, как вставлять ссылочки в редакторе соцсети Swapple. Погнали! Дорогие друзья, прежде чем публиковать свой пост в соцсети Swapple, нам нужно подготовиться. Работаем со смартфона, поэтому нужно здесь провести некоторые такие нажатия. Итак, друзья, прежде чем публиковать пост, нужно сохранить, соответственно, его, да, придумать, сохранить со всеми ссылочками и так далее, да, и картиночками. Рекомендую все-таки делать это в Telegram, потому что так удобнее. Показываю, как это надо. К примеру, я сделал некий текст, я его скопировал. Я захожу в соцсеть Swapple. Работаю я с браузера Chrome, поэтому нужно его переключить, как для ПК, чтобы он показывал. Итак, в верхнем правом углу мы нажимаем три точки. И здесь будет версия для ПК. На квадратик нажимаем. Все, мы как будто на компьютере работаем. Но на самом деле со смартфона. Итак, мы заходим к себе. Вот моя страничка. Видим перед собой вот такое окошко. Что хотите рассказать? Новость, да, вашу? Это будет ваш пост. Итак, прежде мы делаем заголовок. Нажимаем на цифру, вот на буковку В. И, к примеру, новый трафик пишем. Ну, к примеру, я пишу заголовок, да, под пост по свой. Для бизнеса. Так, бам. Дальше делаем отступление некое. Так, B убираем. И сюда вставляем скопированный текст. Так, можно его вот так вот сделать. Можно жирным оставить, можно его жирным не оставлять. Ну, то есть, просто я вам показываю, как это все вообще работает, да? Так, это я убираю отсюда. Так, есть такое. Как вставить кликабельную ссылочку? Смотрите, нажимаю, пишу что-нибудь, да, здесь. Так, жмите, например, сюда, да? Жмите сюда. Бам. Как вставить ссылочку? Выделяем. Нажимаем, вот такой вот у нас будет гиперссылка. В левом углу нажимаем, открывается окошко. Можно расширять, можно уменьшать, то есть можно прибавлять, можно уменьшать, то есть двумя пальцами. Это все делают на смартфоне. Так, текст. Жмите сюда. Я так и прописываю. Жмите сюда. А сюда мы вставляем ссылочку, которая нам нужна. Так, вставили ссылочку. Все. Она у нас отобразилась. Синим подсвечена. Вот, пожалуйста. Если на нее нажать, то мы перейдем на сайт, который рекламируем. Ну, можно вот так же выделить. Выделить. Вот так вот пожирнее. Так, что нам предлагает дальше? Предлагает прикрепить фото к посту. Мы нажимаем на кнопочку «Прикрепить фото к посту». Выбираем файл на своем смартфоне. Он нам предлагает выбрать. Итак, что мы будем сейчас делать? Ну, к примеру, вот такое вот что-то, да? Есть. Выбираем. Есть такое дело. Применить. Все. Картинка встала. Картинка встала. Проверяем. Так. Все, если нам подходит, мы опубликовываем. Также, друзья, если вы захотите вставить видосик какой-то,
Вот, с YouTube. Видите, ссылка на видео YouTube. Вы вставляете в это окошко ссылочку на свое видео от YouTube. Дальше нажимаете «Проверить» и «Опубликовать». Вот внизу. Так, я сейчас делаю без видео, поэтому нажимаю «Опубликовать». Все. Вот мой пост. Новый. Вот так, друзья, можно работать со смартфона, публиковать свои посты, как будто вы делаете это все с компьютера. Так, я перехожу обратно. Бам. Давайте, всем пока.